Виктория Корчакова, мама со стажем, сыну уже 3 года, а вот дочке всего 5 дней. Врачи говорят, что ребенок здоров и готовы выписать его вместе с мамой домой. С родными, которые живут в Скопине, Виктория не виделась уже месяц. Подготовиться к долгожданной встрече ей помогают волонтеры. Я думала, что будет некрасиво, то есть тут же ничего нельзя, ни фены. Вот, а это очень здорово. Сейчас посмотрим, как муж отреагирует. Акция «Подарок маме» в этом году проходит впервые. Ее приурочили к празднику 8 марта, а также к 8-летию Рязанского областного перинатального центра. Волонтеры помогают мамам подготовиться к выписке, делают макияж и прическу, а также первые кадры с новым членом семьи. Всегда, конечно, очень много уделяется внимания ребенку, но мама не должна уходить на второй план. Мама делает огромный вклад в семью. В прошлом году в перинатальном центре родилось более 3000 малышей. Сделать это событие незабываемым – основная цель акции. Ну, это очень классный проект. У меня тоже есть ребенок, и я помню, как я выписывалась примерно в то же время, только на месяц позже. И была тоже слякотная погода, было очень уныло, и реально было не до себя. А здесь в преддверии праздника мамочкам такой подарок. Мне кажется, каждой женщине нужно ощущать себя в этот момент, ну, богиней, потому что рождаешь нового человека, и это должно быть достойно встречено. У Алины Аверьяновой вторая дочка, ей всего 4 дня. Новую принцессу уже ждет сестренка и с трепетом встречает папа. В акции приняли участие с удовольствием. Снимки займут достойное место в семейном архиве. Очень приятно и неожиданно. Это очень для женщины важно всегда быть красивой в любой ситуации, тем более в такой, когда у тебя такое счастье. И тем более 8 марта – это огромный подарок. Спасибо большое. Акция проходит в преддверии 8 марта. В планах перинатального центра сделать ее ежегодной. Галина Кудряшова, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».